метров длина. И вот смотрим, что надо вытворять на этом снаряде. Ой, держаться. Хотелось мне сказать отлично, но ее мотануло, так скажем, на минус 0,3 прям сразу. Но главное, удержалась. Вот да, эти все запрыгивания на бревно, сальто назад. Хорошая прыжковая серия, хорошая. И обратите внимание, полупальца. Она старается все время держаться высоко над бревном. Маховая и сальто назад. Хорошая связка, хорошо сделана. Чуть-чуть ее потряхивает. Но пока она не снижает темпа, что очень приятно, и убеждает даже судью вредного, что она работает на снаряде. Я боюсь ее опередить и похвалить, и хочется хорошее сказать, но лучше помолчать. Как-то как все девчонки очень в приметы верят. Хорошо, это смешанная акробатика с гимнастикой, такая смешанная микс-связка. Тут надо сделать ряд специальных требований. Естественно, она их выполняет, потому что она бы не была бы мастером такого уровня. Поворот. Вот давай, давай, ну что ты уж это ты должна делать по копейке? Не волноваться, ты уже многое сделала. Ну, успокоилась сразу, видно, сейчас уже ну, остается да, со правильно. Близко подходит. И Мин вставал разочек, чтобы понять. Просто ты вставал и... Пробовал даже делать колесо, да это невероятно сложно. Цеплялся за воздух, можно сказать даже, да? И соскок, двойной сальто стоим. Молодец!